Чего только не увидишь на контейнерных площадках, почти как у Маршака в стихотворении «Багаж». Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. А собачонки здесь частые гости. Количество ТБО в этом сезоне бьет рекорды. За последнее время вывезено 3800 кубических метров крупногабаритного мусора, что в 3 раза больше месячной нормы. Не успевают убрать, а он снова как будто по волшебству появляется вновь. Со всех домов сносят мусор, выезжают квартиры, с целой квартиры мусор свозят. Из магазинов чеки даже, видно, бросают. Всякие сараки чистят, обязательно из сараек весь мусор сносят. Ломают, очень много строительства по этой стороне сараек строят. По той, все, что не нужно, нам бросают сюда. Устали мы от этого мусора. Ситуация с вывозом мусора действительно критическая. На мой взгляд, существует 3 причины, по которым образовываются такие навалы. Первое – это нечеткая и несовременная работа мусоровозящих компаний. Ну, здесь поле для деятельности для администрации. Вторая – это недостаток финансирования. Это проблема всех российских городов. Ну и третья, которую мы сами можем повлиять – это наши жители, которые не желают заключать договоры на вывоз мусора, не желают платить по этим договорам, хотя сумма действительно несерьезная. Заполнены мусором контейнерные площадки как у многоквартирных домов, так и в частном секторе. Если в первом случае за них отвечает управляющая компания, то во втором – мусоровозящая организация. В настоящее время договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с ними заключило только 75% жителей, которым эта услуга обходится 87 рублей в месяц. Мы по квитанции платим ежемесячно. Ну, не знаю, все или нет ли платят, конечно, мы не знаем. Но вот, например, я вот житель улицы Ушакова, дом 16, постоянно. Но многие жители договоры на вывоз ТБО не заключают, хотя эта обязанность закреплена правилами обеспечения чистоты и порядка на территории городца и законодательством Нижегородской области. Может, конечно, они и не знают, что за складирование отходов, а это может быть просто выставленный около дома мусорный пакет, им грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Следит за исполнением законодательства районная административно-техническая инспекция, которой в последнее время у депутатов города тоже есть замечания. Сейчас у них очень мало функций, они подчиняются коммунальному хозяйству, тем, кого, в общем-то, они и должны проверять. Мне кажется, это вот самая главная ошибка, она должна быть исправена. Неплатежи населения за вывоз отходов, как следствие, ложатся на плечи мусоровозящих компаний, которые в итоге не всегда вывозят ТБО. Мы сейчас поставили задачу нашим коммунальным службам, чтобы они четко выстроили график, когда по какому графику наши мусоровозящие компании вывозят этот мусор с контейнерной площадки. И если мы его увидим, как они нам обещают, тогда мы можем хоть контролировать, так ли это на самом деле. Контролировать решили депутаты всю ситуацию с чистотой и порядком в городе и рекомендовали районному управлению ЖКХ разработать соответствующий план мероприятий, в который включено и дополнительное финансирование для уборки навалов мусора, где включены обустройство территорий, контейнерных площадок и прилежащих территорий к ним, где включены мероприятия даже вот по воспитанию культуры проживания на территории района. Мнение районной администрации и депутатов едино в том, что ситуацию с мусором нужно решать сообща, включая работу с населением. Одно из предложений – возобновить социальную рекламу на транспорте, а также в печатных электронных СМИ, призывающую жителей к соблюдению чистоты на улицах города.